Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Мукбанги продолжаются после небольшого перерыва. Так, ну что ж, у меня сегодня такие вот бутерброды с сыром копченым и с, как он называется, ветчиной. Я еще сейчас добавлю кетчуп. Так, кетчуп классический. Тамако. Так, что у меня? Ну, не должен нагреваться. Так, просто поставил этот самый аккумулятор для этой зеркалки заряжаться, он что-то мигает. Наливать кетчуп по мере съедания бутербродов. Так, чай гринфилд с бергамотом. Сыр копченый, копченый. Прямо перекопченый. Выходные до 28 градусов. Да, в Петербурге. Очень вкусно. Все вкусное, свежее. Правда, кожица немножко грубоватая на ветчине. Приходится разжевывать. Так, ладно. Mm.
Это вот этот вот беловежский сыр, да? Беловежский. Я имею в виду, там написано беловежский сыр. Название. Нет? Ну, я думаю, что это... Ну, где беловежская пуща написана? Где? В Беларуси. Поэтому сыр так и назвали. Именем этой пущи. Сыр и колбаса – наша лучшая еда. Я только что придумал. Вернее, сыр и ветчина – наша лучшая еда. Так будет правильно. Лучшая еда, когда смешивается. Я и сказал, что все свежее. Нет. Сейчас не буду сказать. Нет, я сейчас сказал. Вот. Кинофильму 17 мгновений весны, 50 лет. Вот. 50 лет не вот сняли. Да, ну Тихонова уже нет. Броневого нет, Кораблева нет. Там много кого нет. Много там уже нет. Сейчас да, съемки шли в живописных уголках Москвы и в павильонах киностудии имени Горького, а также в ГДР, Латвии и Грузии. Это чего? Этот фильм? Да. Угу. Ну вот, написано, да. Ага. Я уже давно этот фильм пересмотрел, все серии, еще в детстве, когда он шел. Ну, он сейчас, конечно, идет тоже. Да, повторяю. Перепоказывают. Время. Да. Уже даже в цветном изображении. Ко Дню Победы. 9 мая там. Один. Очень вкусный. Очень мне понравился сыр. Давай с мягким сыром намажем, хочешь? А, хорошо. Попробуем еще зелень, чеснок там, да? Чего зелень, чеснок? Сыр. А, ну да, замечательно. Написано. Вот с этим сыром. Вкусно? Который был в распаковочке. Угу.
Маленькая баночка. Да. Налей, пожалуйста, чаю. Так, на роли разведчика также рассматривали и других актеров, включая Иннокентия Смоктуновского. Вот так вот. Да? Я об этом знаю. Знаешь, да? Не, ну люди, может быть, не знают. Так. Ага, благодарю. Сегодня трансляции не будет, трансляция будет завтра. Сегодня я что-то на трансляцию не готов. Мне кажется, ты еще простудился. Возможно. Так, ладно. Ну вот он. Простудился. Вот такой вот. Нормально жарем. Обвинили в извержении подводного вулкана. Угу. Это где такой вулкан? Подводный вулкан Хунга Тонга Хунга Хапаи в Полинезии. Ага. Полинезия, это Индонезия там где? Угу. Где-то там. На островах. Mm-hmm. А, ну да, нагрелась вода. Mm-hmm. И все пошло. Как в чайнике закипела вода. Здесь еще солнце шпарит. Да, ну да. Солнце, солнце свое дело делает. Да, особенно летом. Да. По мнению ученых, в результате активного вулкана в стратосферу было выброшено беспрецедентное количество водяного пара. Угу. Плюс еще солнце. Да. А солнце нагрело этот пар. А этот пар в итоге испарился и дал жару. Угу.
маску, где акселькселя попала в эту атмосферу. И он конечки пил. На Тихом океане вулкан. Ну да. Там находится тихий. Ну недалеко от нас. Ну, недалеко. Тихий, ну, из-за этого вулкана его трудно назвать тихим. Может он когда-то, когда его назвали тихим, он казался тихим. Недалеко от нас. В общем. Почему недалеко, далеко? Да, я слышу. Недалеко от нас вот эти моря, которые расположены выше. Там где-то Северный Ледовитый океан. Там недалеко от этих моря. А тихие недалеко. Вкусный сырок. Он такой творожный сыр, как типа как альметта. Да. Немножко побольше. Тебе 56 лет. Да. Лада Дэнс попала. ДТП. ДТП, да. Не вышла на связь. Впервые после ДТП. Все очень вкусно, спасибо, мама. Ну, скоро опять мукбанг. Скоро. Сегодня? Конечно. Надо дальше продолжать свою деятельность на YouTube. Я же говорил, что ни шагу назад, только вперед. Ну вот, за исключением небольшого перерывчика. Да.
просто поправимо все. Теперь это надо нагонять. Перерывы у всех бывают. Не только у меня. Ой, хорошо. Неплохо, значит неплохо. Да. А неплохо, это уже хорошо. Это вот неплохо. Вот. Вот она, эта цифра. Че, хорошо, хорошие циферки. Мне нравится. Да. Уже скоро будет 340 тысяч. Скоро, да. Осталось совсем немножко. Ой, хорошо. Попил чаю, все хорошо. Только жарко. Да. Но после горячего чая еще жарче. Да. Ну вот такой мукбанг. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все. Мы в своем репертуаре. До следующего мукбанга. Пока. Мы в своем репертуаре. Да, мы... Не забывайте нас. Все, пока. Новые только ингредиенты, а так все остальное все по-старенькому. Все, до свидания. А то жарко. Надо охлаждаться. Все, пока.